Ночью хомячка у пенсионера выглядит примерно так. Вот надо бегать, вот надо носиться. Спорт это святое. Как же ж так же, ну нафиг на возраст внимание обращать. Надо заниматься спортом. Да, иначе с сексом будут проблемы. Так что вот они и качаются. И пресс качают, и носятся. И все у них тут в порядке. Динка носится, залезть не смогла, чтобы перевесила. Ну вот надо подставить что-нибудь. Вот сейчас она развернет трубочку, и я, говорит, тоже залезу. Сейчас, подождите. Я тоже могу. Ну просто, блин, как-то не случилось. Сейчас. О, вот тут сейчас нормально. Эч, нет. Усложненный тренажер, просто бляха. Эч, улетела. Так, ладно, подождите, сейчас. Это беговая дорожка, да, а потом там отжиматься надо. Так что тут усложненный, да, тренажерный зал. Ага, к мужу доклепалась по пути. Это что он тут ходит? И вот сейчас муж покажет, как надо этим пользоваться. Так, сейчас. Так, учитесь, бабы. Вот так вот надо. О, все. И погнал. Девки поссорились за беговую дорожку. Что, или за мужа? За кого вы там, блин? Старость, это вообще, они на рекорд у меня идут, я уже говорила. То есть вот реально, самые древние хомяки во вселенной. Давай, эч, почти, елки-моталки, скажи, а у мужа-то получилось, сейчас мы тоже сделаем. Сейчас. Что ты ей там подсказываешь, пусть сама. Ты вот ей под попу подсоби там, да, и все нормально. У них у обоих девок на глазах онкология, ну, куда деваться. Возраст огроменный наш, да, скоро 4 года. Бессмертные, походу. Носятся. Ну, энергии. Я уже рассказывала. Они год не плодятся, но сексом занимаются. Вот так, почти. Вот спортсменки. Это, поставьте им беговое колесо. Нафиг им беговое колесо. Мало того, что метровый в длину контейнер, так еще тут такая развлекуха. Достать до верха и повазить там. Зачем им как бы еще дополнительные эти беговые дорожки, если тут своих хватает? Их прет по ночам нормально. Сейчас, сказать, я тоже туда хочу. Эч, почти, ё-моё. Вот усложненная тренировка. Ты на домик залезь, дай я тебе подскажу. А если бы ты за счетчик морковку вытрусила, то нормально бы залезла. Там, если ж присмотреться, видели, голова перевешивает. Он там за щеками, аж до локтей. Провиант, да, ты пришла с тормозком в тренажерный зал, поэтому тебя вот перевешу. Поперло. Все, и вот теперь они будут тренироваться дальше. Это у меня первый час ночи. Тренировка в самом разгаре, все у них нормально. Поперли. У них хватает погрызушку, у них есть водичка. Но вот решетку погрызть и повазить по ней, это святое дело, на то они хомячки.